Радио 54. У нас в гостях в студии Радио 54 солист музыкального театра Вадим Кириченко. Доброе утро, Вадим. Доброе утро. Доброе утро. Между прочим, номинант на премию «Золотая маска». Есть такое. Да. А в какой номинации? Номинация «Лучшая роль второго плана». А кто определяет, в какую номинацию попадает актер театра? Экспертный совет. Они приезжают к нам на спектакль, смотрят, знакомятся. Если есть такая необходимость, могут приехать еще раз, посмотреть, удостовериться в том, что да, мы сделали правильный выбор, я надеюсь. Ну и потом оглашаются результаты. Мы, конечно, с волнением ждем. Этого Ну, это события. Такая долгоиграющая пластинка, если можно ее назвать. То есть это, по-моему, в апреле, да, будет известно? Да, да. Результаты стали известны вот примерно где-то числа 30-го. Ну, недавно совсем. Да, октября, да, вот-вот, да. Буквально на днях. То есть мы еще в состоянии такой легкой эйфории находимся. А роль второго плана за какой спектакль? «Римские каникулы». А, «Римские каникулы». Ну, удалось посмотреть, нет? Вот. Стыдно, не удалось. Да, похода на спектакль приглашаем. А почему стыдно? Ну, потому что все уже посмотрели, а один я ты не посмотрел. Да, вот, понимаешь? Давай вдвоем стыдиться, уже я тоже все, посмотрел. Все, кто приходили, все хвалили, все рассказывали, да, вот, ну... То есть вроде бы в тренде, но еще не ознакомились, да? Да. Приглашаем, приходите. Да. Надо же вас поздравить. Радио Муском, да, победитель премии Offstage Awards в номинации «Лучшее корпоративное издание театра». Да. Вот. Супер. Спасибо большое. Есть такое. Вот можно подержать? Можно. Можно. Она тяжеленькая такая. Привет. Это... Я тоже хочу посмотреть. Такая. Это статуэтка, даже не статуэтка, а кубок. Такой красивый, яркий. Написано Offstage 2018 Award. К сожалению, на радио это невозможно увидеть, но те, кто будут смотреть видеотрансляцию, они... Ну, почему? Смогут... Можно описать, это прозрачное стекло это или что это? Да, это такое плотное стекло, на котором логотип фестиваля и выгравировано Новосибирский музыкальный театр. В Москве это проходило все? Да. Сама церемония награждения... Возвращаю, вы так смотрите. Нет. Кстати, радио Муском ведь... Я знаю, что в надежных руках. Молодое совсем. 10 лет. Да. Это не очень-то... Ну, по мне так, это солидный возраст. Накануне юбилея первого находимся. Расскажите немножко об этом радио. То есть там Муском, театр Мускомедии. Что там звучит? Это вырезки или выдержки из спектаклей? Или что это? Так скажем, это... Ну вот, судя по названию номинации, лучшее корпоративное издание. Контент, который позволяет приглашать в студию артистов, рассказывать о предстоящих премьерах, делать анонсы, включать какие-то музыкальные кусочки из предстоящих премьер, спектаклей, ну и идущих, разумеется, архивных каких-то. И также музыки, которая имеет отношение к нашему театру. Оперетта, мюзикл, очень много музыки, которая эксклюзивная. Вот, к примеру, Алан Симон, когда у нас шла премьера спектакля «Тристана и Изольда», он разрешил, как бы официально дал свои права на прокрутку произведений. Ну, это, мне кажется, да, это немного дань современности, дань сегодняшнему миру, да, то есть кто-то имеет возможность ходить в театр, кто-то не имеет, и поэтому есть интернет, и это, насколько понимаю, это интернет-радио. Да, да. И ты исключаешь... компьютер включил, Муском, и, пожалуйста, сидишь, работаешь и слушаешь. Да? Ну, да. Видимо, у кого-то там есть какая-то газета, да, театральная или еще что-то, ну, раз лучшее корпоративное издание, да, я так понимаю, что не только радиостанции были представлены. Театр, радиостанция, интернет-радиостанция, плюс газета еще, видимо, да, какая-то есть. У нас, да, газета, которая так и называется Муском, и радио. Но мы выдвигали две у нас было позиции. Это и газета, и радио. Ну, радио победило. Вообще, в нынешнее время интернет рулит. Ну, я не буду спорить с этим. А ты, Саш? Ну, как... Да ну, поспорь. Кстати, многие радио 54 слушают тоже в других городах посредством интернета. Ну, не да. Только по эфирному, по FM-волнам. Вы обещали что-то спеть? Подожди. Всему свое время. Мы сейчас дойдем, да. Вот. По поводу «Золотой маски». Это ведь уже ведь есть «Золотая маска» у вас, Вадим? У меня нет. А, нет? Да, хотя с этим фестивалем я очень хорошо знаком изнутри, потому что принимал участие. Почему-то у меня было ощущение, что у вас уже есть «Золотая маска». Пока нет.
Значит, будет. Значит, будет. Только желание, наверное. Будь номинированы. Вот ну, ты же не зря так сказал, значит, точно будет. Дай бог, дай бог. Хотел еще немножечко сказать про радио, если можно вернуться. Этот проект не случился бы, не появился на свет, если бы не разрешение нашего директора попробовать свои силы в данном направлении. Он сказал, ну, давайте рискнем, а может быть получится. А вот скажите, на радио работают, ну, делают радио, да, если можно так сказать, актеры? То есть профессиональных журналистов? Нет, профессиональных журналистов нет, хотя у нас есть музыковед, моя супруга Любовь Кириченко, Татьяна Ильина. Они помогают делать сюжеты, работают с текстами, с подводками, так скажем, к сюжетам. Вот такой командой мы делаем наше радио. Леонид Кипнис, у нас главный руководитель, директор театра, он дал нам такую возможность. Ну и мы не прогадали. Вот уже 10 лет существуем. Здорово. Так, а нам пора делать свой театр. У нас есть на радио свой театр. Да. Может быть, рубрику придумаем? И будем разыгрывать какие-нибудь постановки в эфире. Радиотеатр с утра пораньше. Вот это, что ты сейчас это сделала? Вот никогда больше так не делай. О, не делай, все, не делай больше. Так. Почему? Сейчас люди выключат приемник. Вадим, а вот если вспоминать вообще историю жизни, откуда любовь к театру? Как все началось? С детства. Кружки, всевозможные песнопения, новогодние утренники, да, всякие. Ну, зайчики и все прочее. То есть изначально хотели... Нет, это было ваше желание или это все-таки родители были? Давай, сынок, вот сюда пойдешь, как сейчас родители делают. Нет, самому хотелось. Вот хочу, как тут дядька в телевизоре. И все. А, вот так. Да. Ну, и именно актерская как бы, профессия или вот конкретно петь? И петь, и актерская. Потому решил совместить, пошел в музыкальный театр. Скажите, а бывают актеры петь? Не поющие? Бывает. А бывают и поющие, хотя по своей как бы, такой театральной стилистике они драматические актеры, но поют очень хорошо. То есть на самом деле профессия актера, она синтетическая, так скажем. То есть это синтез разных жанров. И музыка, и пение, и танец. То есть всем нужно владеть. Если не умеют петь, а нужно, например, да, то есть научат. Да. Не хочешь, заставят. Ну, можешь станцевать. Умею. Такие люди тоже нужны, понимаешь? Умею танцевать. Ты умеешь танцевать? Да. Что за взгляд, Александр? Да? Что за взгляд? Ладно, потом. Что за сомнение? Потом покажешь, да. Ну, смотря что, ирландский танец смогу, наверное. После эфира по дороге домой можно танцевать. На льду. Вот, пожалуйста, балет. Из Новосибирска вы? Да. Сибирь. Коренной, да? Самый настоящий. То есть изначально, соответственно, была любовь к театру музыкальной комедии, да? Да, первый раз попал на спектакль «Сердце Костиканки». Даже помните? Назывался. Да. Увидел Александра Воскребенцева и сказал, о, вот это мое. Ну, я даже не предполагал, что буду сидеть с ним в одной гримерке и быть вот на такой короткой ноге. Мы друзья, коллеги, он мне часто помогает советами, наставляет на путь истины, если вдруг где-то ошибся. Есть любимые спектакли в репертуаре? Ну, понятно, что все любимые. Все любимые, да, пожалуй. Ну, вот... Вот прям бывает, что прям, ну, кайфуете, прям, знаете, вот прям, вот вообще прям разрывает прям на сцене. Скажу честно, мне очень нравятся «Римские каникулы». Хороший спектакль, очень атмосферный. Вот видите, вот опять. Да. Вадим да. Похвалил «Римские каникулы». Мне снова стало стыдно, что я не посетил. Ладно. Это уже третий раз, да. Да. Значит, уже на четвертый раз обязательно можно будет идти смело на премьеру. Почему атмосферный? Живя в нашей заснеженной прохладной Сибири, хочется какого-то праздника. Тепла. Ну и потому... популярность итальянских песен, какой-то вот этой романтики удивительной. Это у нас всегда было. Да, в недостатке мы это как-то, да, вот хочется как-то восполнить. Потому, приходя на этот спектакль, ты восполняешь недостающие эмоции. Что касается Италии и премьер, у вас же тут оперетта «Ночь в Венеции». Угу, опять же, там был Рим, здесь Венеция. Здесь Венеция, я говорю, да. Географически так. Передвигаемся по Италии. Когда премьера опереты? 23-24 ноября, 1 декабря и, если не ошибаюсь,
29 декабря. Как раз что под за год. Спектакль? Спектакль, опять же, спектакль... О любви. Сказка о любви, праздник, карнавал, маски. Все, карнавал? Что с этим связано, конечно. Карнавал, маскарад, любовь. То есть не просто какая-то история, якобы Венеция, а там прям все понятно, что это Венеция. Не совсем понятно. Нет, оно понятно, что это Венеция, но не совсем понятно, что происходит с героями. Только к финалу можно узнать, кто есть кто. Потому что там очень сложно сейчас рассказать в двух словах. Лучше прийти и посмотреть. Да и не нужно рассказывать, интрига должна весь быть. Интрига там, просто интрига на интриге. На то она и Венеция, на то это и итальянцы. А вот сейчас настало время для песни. Да? Премьера, Венеция... Вадим, пожалуйста, может быть, вот как раз из этой оперетты вы нам что-нибудь... С удовольствием, да, но только вначале расскажу о своем персонаже, кто же я такой. Вообще мне везет. В римских каникулах я как бы вот так профессии на себя примеряю. Там я парикмахер Марио Делани. А здесь я повар. То есть, если что, то вы можете или парикмахером, или поваром, то есть... Да, одно другому не мешает. Без проблем. Да, профессий много не бывает. И я не просто повар, а макаронник. И моя задача накормить всех. И я абсолютно не могу понять, ну как же можно не любить этот продукт, эти макароны. Ну, впрочем, вот сейчас попробую спеть, вы все поймете. Наш город сногсшибательный, в нем много примечательных мостов очаровательных, дворцов прекрасных много. И крайне нежелательно, когда вдруг невнимательно, сочтя необязательным, пройдет прохожий мимо того, что так любимо, и без чего никак нельзя проживить. Макароны невозможно не любить. Папа Кода, только он ваш проповедник макарон, читает всей Венеции спасительную лекцию. Ну и далее. Не страшны нам невзгоды и бедствия, если будет макарон, есть Венеция вся. Не страшны нам невзгоды и бедствия, если будет макарон, есть Венеция. Ну и так далее. Никогда не думал, что про макароны можно вот так вот спеть красиво. Можно? Браво, можно. Вадим. Спасибо. Ну, есть же, да, люблю я макароны. Макаревич, по-моему. А, ну там Макаревич что, про там, макароны. Ну, там, да, как-то... Там не то, да, совсем нет. Здесь. Ну, слушайте, а любите макароны? По-флотски. По-флотски. Ну, или с сыром моцарелла. Очень вкусно. Да. А лучше по-флотски и с сыром. Ну, это по праздникам. Но да. Это как, когда зарплату дают. По всем самым лучшим венецианским традициям. Вот только так. Вообще, изначально вот, ну, как бы была любовь к театру. Не было желания пойти, не знаю, вот там стать парикмахером или поваром, не знаю, какая-то другая профессия не прельщала, нет? Да, прельщала. В детстве кем только не хотим быть. Вот мой сын младший, он говорит, я хочу быть охранником. Но только чтобы обязательно была видеокамера. Говорит, вот хочу следить, чтобы быть таким серьезным. Да, чтобы у меня рация была. Интересно. Да, ну все мальчишки мечтают о каких-то таких героических профессиях. Я когда-то и водителем автобуса хотел быть, и летчиком хотел быть. Ну, космонавтом, наверное. Ну, это само собой, да. Какие-то романтические профессии тоже меня прельщали, но все-таки театр взял верх. А в театре можно быть и тем, и тем, и тем. Легко, легко. Вообще без проблем. Да, да, да. Поэтому я был художником, был парикмахером. Вот уже состоялся. Вот теперь осталось дело за поваром. Единственное, знаете, что я переживаю? Вот когда поедем в Москву, очевидно, мне придется записаться на какие-то курсы дополнительные. Почему? Ну, а вдруг придет там Сергей Зверев, допустим, на спектакль, скажет, а вот как-то неправильно парикмахер там действует ножницами, расческой. А, вот оно что. Да. То есть какие-то элементы все равно в роль нужно привносить. А то есть на сцене вы просто видимость создаете, что что-то там делаете? Ну, что-то такое пытаюсь. Потому что я все-таки не профессиональный парикмахер. Но должен сделать так, чтобы люди в это поверили. Давайте еще раз приглашать всех на премьеру опереты «Ночь в Венеции». 23-24 ноября, 1 декабря и 29 под самый Новый год. «Ночь в Венеции», Иоганн Штраус. Классическая оперета с хорошим настроением и романтика Италии, конечно. В музыкальном театре с участием Вадима Кириченко.
Благодарна передача, благодарны слушатели. Мы желаем вам удачи и спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли. Вадим, спасибо большое. Мы знаем, как по понедельникам, а артистам тяжело вставать пораньше, да, все-таки у вас выходной. Это там, подвиг. Да. Ну, по мне, так это подвиг. Да, да. Ну, раз уж пришли, да, нашли в себе силы, просим еще вас рассказать какую-нибудь историю нам из жизни, желательно забавную. Забавную. Историй забавных много происходит. Ну, да. Особенно в театральной жизни. Да. А вот Александр задал мне такой вопрос. Только в театре или еще петь приходилось как-то? Вот что больше нравится, играть или петь? Да-да-да. Очень много мне приходится выступать именно как вокалист, как солист. С театром у нас были гастроли в Китай. Три раза мы ездили, это 2002, 2004, 2005 год. И вот была однажды такая забавная история. Выхожу на сцену, пою. Не помню точно название города. По-моему, Ухань. Это был городок. Так, не город, городище. Фактически, как Новосибирск. Даже, может, еще побольше. Выхожу, начинаю петь песню. И чувствую, что сзади меня что-то такое происходит. Кто-то там стоит. Вот, какое-то чутье. Оборачиваюсь, стоит девочка. Просто девочка, она не... Нет. Просто красивая китайская девочка. И держит в руках букет. Красивая китайская девочка. Не, кстати, китаянки очень красивые. Это я говорю абсолютно серьезно. Да, хотя русские девушки краше всех. Самые красивые песни. И дарит мне букет. Но обычно цветы дарят, выходя из зала. А здесь случилось все с точностью да наоборот. Я беру этот букет, докланюсь, говорю, Фэй Чангань Сиэни, спасибо вам большое. Она уходит. Я отработал свою программу, ушел за кулисы, переоделся, взял этот букет, выхожу из театра. Она сидит на лавочке, ждет меня, подбегает и буквально вырывает этот букет из рук. Я говорю, в чем дело? Что случилось? Она мне говорит, хуэй о де хуа. Ну, верни мне букет. Да. Я говорю, подождите, вы же мне только что его подарили. Вот как я вам буду вернуть? Верните мне букет, и буквально его отбирает и убегает. Я абсолютно ничего не понимаю, подзываю, значит, нашего переводчика, говорю, что в чем дело, что случилось, мне как бы цветов-то не жалко, пожалуйста, но... Ну что это такое? Да-да-да. Он говорит, я сейчас узнаю. Уходит к организаторам, возвращается, говорит, понимаешь, в чем все дело? А они, китайцы, вообще у них не принято дарить цветы, вот, что, кстати, в нашем театре очень-очень хорошо. У нас как раз дарят цветы. Во многих театрах бывает, что нет такой привилегии, а у нас дарят. Здесь была такая задумка. На европейский манер, вот русским, чтобы было приятно, нужно вынести цветы. Единственная девочка не учла то, что нужно выйти из зала. Она вышла просто из-за кулис. Ей вручили букет, она пошла его и отдала. Этот букет, он был искусственный, но очень качественно сделан, очень красиво выглядел, как живой. Он был как раз на несколько наших... На прокат, короче. На прокат, да. Концертов. И вот каждый день она должна была выходить и дарить мне этот букетик. Вот такая история. Солист музыкального театра Вадим Кириченко был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое и удачи. И надеемся, ну, уже встретимся здесь в студии вместе с золотой маской, да? Да. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.